Всем привет. Один мой хороший друг спросил меня: Вова, как американцы относятся к русским? Вот я решил снять вам маленькое видео, пока еду по дороге на учебу. Когда американец узнает, что ты русский, один из первых комментариев твоей нации у него возникает: «О, вы русские, пьете много водки, я знаю». Никогда не видел ни одного американца, который плохо бы относился к русскому, да и вообще к любому мигранту, потому что, как мы знаем, что Америка – это страна, построенная мигрантами, поэтому к иммигрантам здесь относятся очень достаточно хорошо. Конечно, это еще зависит от места, где вы проживаете, потому что в больших городах, где все такие блатные, там агрессивных лиц вы можете найти. 95% американцев, ну, потому что я за всех говорить не могу, очень добрые, отзывчивые люди, всегда рады помочь. Даже если вы, например, приехали в страну и не знаете языка вообще, и, например, вы там в каком-нибудь магазине или где-нибудь пытаетесь что-то купить или вам что-то нужно, и не знаете, как объяснить, вы можете 10-15 раз пытаться объяснить, вас каждый раз просят и будут всячески, всеми возможностями попытаться вам помочь, потому что здесь люди очень дружелюбные, несмотря на то, что в мире бытуют, ну, говорят, то, что американцы носят пустую улыбку натянутую, на самом деле они достаточно добрые и открытые для любого общения люди. И когда, например, имеются политические проблемы, там, Америка с Россией, тут споры, санкции, не санкции. Никого это не волнует. То есть политика политикой, а отношения отношениями. То есть люди относятся к людям как люди. Никто не желает никому зла. Все пытаются только друг другу помочь. Когда идете по парку, неважно, знаете вы этого или не знаете человека, он всегда вам улыбнется, спросит, поздоровается с вами и спросит, как у тебя дела. Так что, с моей стороны, американцы достаточно добрые, хорошие люди, ничего плохого про них сказать не могу, и всегда даже только радуюсь, разговаривая с американцами, потому что иногда, когда ты разговариваешь с русскими в Америке, они достаточно агрессивнее, чем местные американцы. На этом все. Спасибо, что смотрели мое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, и увидимся в следующем видео. Пока!